Всем привет, дорогие зрители канала Папа Юсуф. Друзья, сегодня рано, который я приехал в Özdilek, торговый центр Özdilek. Сегодня очень интересный день. Короче, у нас в Турции, вы знаете, инфляция очень-очень быстро растет. Техники, мехники, там соусы тоже растет. Одну знакомых приехал, который купить телевизор. Вот. Сейчас вам тоже показываю, который, какая цена у нас техники, там что. Что угодно дома, что нужно дома. Вот, вот это очень важно. В прошлом году был, который, да, дешевле. В этом году какой цена? Реально не знаем. Сейчас пойдем посмотрим, который после подорожения налоговые, а сколько стоит осталось техники. Нужно идея? Нужно, друзья. Очень много народ сейчас приехал жить, свое жилье, которое кто-то купил, уехал, ничего не купил в прошлом году. Вот. В этом году придется купить все. Давайте пойдем посмотрим, учим. Друзья, торговый центр Özdilek, который народ немножко мало, и здесь не такой дурдом. Можно найти все, что угодно, что нужно. Техноза, друзья, здесь самый большой магазин. Радужком есть Samsung, но они вообще-то очень дорого стали в последний момент, купить невозможно. Сейчас посмотрим телевизор. Друзья, Philips я советую. Samsung. В Турции Philips делают самые-самые лучшие. Вот выбор у них. 28-29 тысяч почти. 65 дюймов. Телевизор реально большой, но они еще скидка будут делать, наверное. Сейчас посмотрим других модель, что есть в Philips. Которая, она тоже как моя телевизор, но немножко другой вариант, побольше. Вот лампочки тоже есть. Смотрите, какая телевизор. 101 тысяч 700 лира. Есть такой 36 тысяч, 50 тысяч, это какой дюймов, 65. Поздравляю человек, они уже так выбрали этот телевизор. Но этот телевизор, не знаю какая модель. У меня был один знакомый здесь, если найду, он меня показывает хорошую модель. Сейчас соус смотрим. Короче, массаж аппарат есть здесь, друзья. Массаж делают. И стоимость где? 3000 лира. Philips продают. Массаж аппарат новый, наверное. Дрон 5000 лира. Камерам вот такой. Друзья, у нас дрон, который такой-то граммаж. Граммажем можно так пользоваться. Обязательно граммаж надо быть писать сверху. У нас дрон есть, сверху написано. Разрешено, который дрон. 400 грамм или 450 грамм. Вот разрешено надо быть. У них нету сверху граммажа. Обязательно, когда вы, если вы покупаешь, да, граммажа вы пишите сверху, сколько грамм. Пойдем посмотрим техники. И потом, конечно, пойдем больше в магазин. Узнаем. И здесь просто разное количество товаров. Полно много. Samsung, друзья, стиральная 17500 в данный момент. Сегодня еще так не подорожали. Samsung, это что? Вот, стиральная 19000.
Посудомашина 12500, 10 из такой вообще без программы. 10600, это тоже так же, без программы. Стиральная 12800, 15000. Это сушит 25-26 тысяч, ерунда. У нас в Анталии солнце, везде, кто покупает его. Вот, 19 тысяч можно купить стиральную машину LG. LG не знаю, друзья, но LG так народ говорит, так крышечка быстро ломается. Не знаю, Samsung. Посмотрим холодильники. 20 тысяч это холодильник, 19 100 лира. 323 литра. Друзья, таком холодильник я вам не советую купить. Холодильник берите, который вот таком виде. Это маленький семья, который подойдет 23 700. Смотрите, огромно выглядит по-настоящему, внутри маленький. Еще там что-то разложилось, да, соус пойдет, в таком, не очень такой. Ящики, которые всегда лучше. Она 37 тысяч, 31 тысяч, вот. Похоже на наш холодильник. Во. Samsung холодильник хорошо делает, но кондиционер я не советую, друзья. Кондиционер, который Samsung, быстро желтеет, пластик очень-очень плохой. Дальше пойдем посмотрим, что есть. So LG побольше. Вот где это так, 20 тысяч, друзья, один холодильник, вот такой, нормальному. Вот, что-то вид красиво, хороший, вот. У нас Россия был вот такой, красиво. Очень-очень тонкий, очень пластик, очень-очень плохой. Грундик это. Грундик откуда, друзья? Арчелик, под арчелик это. Вот это тоже тюркский. Люди думают, это так немецкий. Арчелик раньше не было, грундик был. Арчелик, потом грундик купил. Простой есть такой, друзья. 8 тысяч, Altus. 8100. Кондиционер демир döküm. 21800. Demir döküm 24000 BTU кондиционер. Тостер, мостер, друзья, здесь там любой цена есть, 1500 лира, что-то найдешь такой мелкий. Блендер, милендер, тоже так же ситуация. Важно, что, короче, холодильник, стиральная посуду. И, конечно, надо быть вот такой пылесосом, помыть, почистить. У них ситуация, короче, цена 22 тысячи лира, вот она. Другой 10 тысяч. Пойдем Тефал посмотрим. Тефал тоже пылесос делал себе, что ли? Восемь 500 Тефал. 17300. Короче, пылесос и сковородка. Тефал сковородка делает. Вот. Пойдем в другое место, посмотрим, проверяем. Еще телевизор, друзья, я вам советую, что Philips, конечно. Philips лучше телевизор. Но и здесь прям они приглашают TCL, которые, не знаю, не знаю, я нигде не видел, я никого не могу говорить, купите, купите, но видео очень красиво. Вот эта фирма. Видео очень красиво.
советовать не могу, ничего не говорить не могу. Но Philips я пользуюсь дома, отлично. Вот TCL. $16,000 курундик, огромный телевизор. А что не хватает его, наверное? Что-то не хватает. Друзья, здесь, который Samsung, свой магазин. S23. Сколько стоит? Стоит 59 000 лира. RAM 8, 256, 12 гигабайт. RAM есть еще, да, или хаусы. На его камера, да, говорят, классно. Короче, 301 000. Турция телефон, друзья, с ума сошли они вообще. Сейчас иностранцы телефон оформляют сюда. Огромные деньги, серьезно говорю, 20 000 лира. 45 000 лира. Вот это телефон Galaxy S22 Ultra. 45 000. Это 42. Простой телефон 7 000 есть, 8 000 есть, 6 000 есть. Но если ваш телефон хороший, я не советую вам купить дорогие телефоны в Турции. Наушник тоже есть. 2500 наушники. Кондиционер, друзья, 17500. 12 BTU. Это, короче, тоже 12 BTU, черный, поэтому 25 000. 26, вот так идет. 301. 18 BTU, 26 500. Чем Samsung, который это пластик, быстро испортится, желтеет. И остальное Samsung не интересно, честно говорю. Друзья, приехал из здесь, который Bosch магазин, Эски Санаи, Чолаколу. Сейчас я вам называю Санаи здесь, показываю, какая дела. Ой. 20 000 она. Вот так он большой. 13.40. Вот это большой. 4 штук. 5.800. 5.115. 4.500 осталось. Как мои дома, вот. 4.500. Наверху, которые... 5350 лира, нижние, короче, 9000 лира, 8900. Конечно, здесь скидка просить можно, друзья. Также очень просто. Остальные, вот это очень интересно, но стоимости нету пока. Очень красиво. Это что, Ancestry Frun. Вот она, 13 280 000. Она почем? 8 765 лира. О-о-о. Холодильник, друзья, вот как у моего. 37 970, 38 000. Если прямую покупаешь, 34 780 лира. Простое, которое, если вы хотите, 35 000. Вот такой тоже большой. Маленький, посмотрим. 39 000 лира. Вот таком. $28,490. Она. Простое. Холодильник. 37 560. Подражает, друзья, холодильник вообще. Была не дешевле, так, которая... Она почем? 26 000. Сейчас что-то купить. Она почем? 42 000 лира.
посудомашину, друзья, 15 330, если кредитом берешь, который картам 16 800 чем-то. 22 000 лира. Серии 6, короче, Германия делит, друзья. Германия приедет. Серии 4, наши Турция делит. Вот это серии 4. 15 800 лира. Вот серии 4. Серии 4. 15 305. 14 000 даже есть серии 4. Это который, все равно одну программу пользуем, который 50 эко, вот, 16 750. На его таком аппарату, таком большом деньги не надо купить. Ну, друзья, рабочих так говорят, сейчас доллар, евро, который растет, клиенты, рука, которые турецких лир есть, видите, всех поменяют свой оборудование. Я так помню, в России одну ночь метрокэши, даже телевизор не осталось. Сами старый телевизор также купили народ. Свои рублями деньги. Вот сейчас у нас в Турции такая ситуация. Товар есть, наличка очень мала. Говорят, там фабрик не дают. Видите, там заморозку морозит. Продавал уже. Это тоже так же. Каждый дома нужно, серьезно. Так, холодильник постоянно полный. Что ты покупаешь? Места нет. Но, друзья, и здесь, который Анталия, жара. На улице сейчас плюс 45. Надо, конечно, хорошие вещи купить. Я кондиционер не спросил, сейчас спрашиваю. Очень много народ так спрашивает, вот таком вода, друзья. Такой я не советую купить, он очень большой, топление делите, комби поставите в ваше дома. Если газ нет, электрическое поставите, горячая вода и будет топление вам. Она стоит 9 500. 9 500, я не советую такую купить, вот таком, быстро горячим вода делают, вот таком берите. Это все равно дешевле, чем его. Сына нету сверху, что делать. Утюг, друзья, утюг тоже 1000, 1500, 2000, 3000, так поднимается. Это маленький, домашний. Вот даже такой вам достаточно, если кто-то приезжает только летом здесь. Даже это не нужно. Солнечная батарея, которая бесплатно горячая вода есть у нас в системе. Вот таком берите. Электрический почем? Гордость танки Страфрон. Это духовка. 10 630. Она почем? Сна нету. Сейчас узнаю. Beyaz elektrikli ocak ne kadar? Sadece elektrikli mi? Evet. Фотоаппарат начали не продавать. Да, плита 14 200 чем-то. Фотоаппарат. Интересно. Сейчас посмотрю, может это еще лучше видео снимает. Кондиционер, кондиционер узнаем, друзья. Serap, kondisyoner ne? Klima ne kadar? Klima. 12'lik. Airfel şu an 16. Airfel değil, boş. Boş kalmadı. Yok mu? Airfel? Boş gelecek ama. Tamam. Boş duruz ya. Сколько стоит? Вы знаете, 21 000 19 PTU. Это еще растет. Как шутка, да. Дорогие зрители, да, у нас в Турции вот в таком моменте сейчас живут. Что за моменты, которые доллар, евро, валюта, которая растет, турецкая лира упадет. Вот в таком моменте. Это останавливается одно место. И государство что делает? Все подорожает. Все подорожает, который материал подорожает. Что везде подорожает. Поэтому народ сейчас деньги не держит в руку. Узнает народ, что
и потеряет скоро свои деньги. Зачем рисковать? Поэтому народ убежит, покупает что-то свое, которое остатки денежкам. Уже все равно будет подражение. Я это в России жил, который там ситуация, поэтому у меня не боятся. Я не боюсь, потому что вовремя я поменял. У меня совсем другой менталитет, который мои постоянные зрители, я всегда предел, который кризис будет скоро туда-сюда. Вот, кто-то меня слушал, всегда зарабатывает. Оставайтесь со мной, вот, зарабатывайте жизни побольше. Люблю вас, всем пока.